Здравствуйте, меня зовут Цивилева Юлия Сергеевна. Это моя дочь София. В августе 23 года нам поставили диагноз заболевания головного мозга. Мы прошли 4 курса химиотерапии плюс лучевую терапию в Санкт-Петербурге. На данный момент мы должны приехать на прием к детскому онкологу профессору Желтковой Ольге Григорьевне, чтобы решить в дальнейшем нашу судьбу, что нам делать дальше, какое лечение нам продолжать. В оплате данной консультации нам помогает фонд «Ксения». Мы очень благодарны данному фонду.